1 июля – День следствия. В этом году свой профессиональный праздник силовики отмечают уже в 46-й раз. Выступая перед лучшими представителями службы, начальник запорожской милиции отметил: «Нам есть чем гордиться. Следственный отдел работает все лучше». Мне очень приятно, что у нас в области есть профессиональный костяк, есть профессиональное ядро следственного подразделения. Ваша работа с каждым годом находит отражение в тех уголовных делах, которые направляются в суд, и качество их становится с каждым годом все лучше. Сегодня следователи, чья работа заслуживает отличной оценки, получили награды не только от МВД, но и от местной власти. Всего поощрений удостоились более 50 сотрудников службы. Расследуя особо тяжкие преступления, вот убийства, этим же занимается каждый следователь. Работа интересная. Считаю, что она очень нужна. В принципе, по работе следователя оценивается работа вся милиции. В настоящее время в следственном отделе областной милиции работает почти 600 сотрудников. И сейчас в стадии производства у них находится около 25 тысяч уголовных дел.